Ты Шокси, тут ждать нечего, надо лететь вперед. Стенок, кстати говоря, тоже не так много, а стенки — это решающий фактор на такой-то стадии. Ну и Дэнди и компания готовы уже добивать, тут только какие-то невероятные хайлайты могут его спасти. И пока что спасают, там Скадикса, ну зона, да ладно. А Дидита тоже не в зоне, и просто Шокси сидит в этом куполе. Да ладно, умрет, победа! У них есть у Кадырова, и на них сейчас скин пойдут просто потому, что им подниматься из-за зоны. Выходи на гранатомет! Подарок тебе. Минус 4, ты глянь! Что это было? Вас начинает давить, ставится купол, и толпой просто влетает на один квадратный метр против 7 игроков. Прогрызают себе дорогу, прогрызают. Хорошо, полетели в бой, кстати говоря. Мозг неплохо спайтил на себя. Куча раз скидки, на самом деле, плохой также получил по лицу, но гранаты на этом не заканчиваются. Ты посмотри, как они штурмуют шикарно под эти хаешки. Это даблкил от сладкого. И можно добивать остатки сил GK Gaming. Неужели они выбьют шаду прямо сейчас? И пока что никто против этого не выступает. Твистер сейчас просто запушит. Купол, по идее, вечно работать не должен. Твистер последний, Твистер погибает. Тут размен пока один в один. И для Карасуна это вообще зеленый свет. Они понимают, тут файтится два сквада. Значит, надо подойти сюда. Но пока что забит. Какая граната! Минус 2 с одной каешки. Жесть! Обойти все это дело и где-то спрятаться пока под мостом, либо рядышком, где, в принципе, зона будет благоволить. Интересные гранаты летят на самом деле. И пожадничали поставить купол. И минус 2 игрока. Неужели Москвин вовсе всех добьет? Граната летит. Но проблема, знаешь, в чем? Зона будет сходиться по центру ближе к коллективу Shadow. И, возможно, Некро плюс тиммейту придется спускаться. Отличный Граник залетает. Второй выстрел может просто двоих похоронить. И под эти взрывы Граника вылетает как раз-таки тот самый плохой. Тылы находятся лишь вдвоем. И тут, наверное, уже сделали все, что могли в рамках данной карты. То есть много достаточно фрагов сделали. И садятся на машины. Неужели в Danger Zone? Ребята, не надо! Это плохо закончится. И да! Danger Zone! Минус 2! Что она творит с ними? С каждым ноком он все ближе и ближе к сопернику и готовит ту самую судьбоносную гранату. Боже мой, неужели это будет минус 3? Посмотри, как шикарно он ее греет. А там непонятно, есть ли купола у игроков, но, конечно, взлетает нечетко, а вот спрейдаун идеально по Дрейку. Тот моментально пал, и Рагнар решил преследовать остатки сил. А, и аптечек, судя по всему, нет. Прячется за стенку. В итоге нокает одного, второго. А у нас на экране сражение. Соулис агрессивно действует против КЗ Тим. Ой, какой Граник залетает от Дэнди. В итоге практически вся команда падает. Полетел второй патрон. Будет ли хайлайт? И это КЗ Тим. Восьмая позиция. Это только Чича, но я думаю, что все логично. РНЖ должны проигрывать на перестрелку. Вопрос, получится ли хотя бы одного противника забрать, получить себе балл за фраг. Вряд ли. Хачина нокают. Неужели он сможет расстрелять? Да ладно, он дает еще один килл. И он сейчас может выиграть всю перестрелку. Он дает трипл. Трипл от Чичи. Он еще и спасет Лонера. Как это возможно? Там в спине есть игрок. И Япон подбежал как раз-таки и со своими кровавыми глазами начинает расстреливать первого. Неужели Аса захлебнутся в своей атаке? А есть шансы. Нексген все на ногах, все вчетвером. И два вектора. Синий в левой руке, оранжевый в правой руке. И они смеются над Аса. Сити снова заиграют. Нас влетают новые легенды. Карасуна, Макс, седьмые хайлайты как с одной, так и с другой стороны. Что ну и в итоге просто? Карасуна 12-е. 5 фрагов для Triple V. Esport Original остались одни в противоположной стороне. У нас Даня снова закидывает свои качественные боевые гранаты. Ну и No Game No Life двигаются вперед, им нужно сносить все на своем пути, у них это неплохо получается. Даня с косы, что происходит, Даня? Это заявка на MVP.